Задержанного подозревают в причастности к сбору и передаче сведений об объектах Минобороны России, а также вербовке людей. Он уже дает признательные показания. Был завербован сотрудником украинских спецслужб в феврале 2018 года на компрометирующих условиях. Через пару дней я уже был завербован им и дал расписку о получении, о сотрудничестве с информационным агентством Украины, о получении псевдонима Альтендорф и о получении первых денежных средств на текущие расходы. Дома у задержанного нашли спецсредства, которые были переданы украинской разведкой, а также литературу по снайперской подготовке. Возбуждено дело о шпионаже.